В районе деревни Аниски, вот на холме, добирался сквозь чаши, кустарник такой, как в тайге. Кругом ни души, все позарастало. Я думаю, что вот это и примерно есть, потому что вряд ли тут еще деревня сохранилась, поэтому вот какие-то тут постройки интересные. Внизу там речка, возможно, это та самая Черебесна. Там я потом к ней подойду. Вот тут же растет, видно, что культурное растение. Так что где-то вот здесь, вот среди этих камней, и была деревня. Подойду к речке еще посмотрю.